Так, вот я вернулся вновь, с вами Juggernaut, мы играем Days Origins. Извиняюсь за то, что я не засек время, то есть время 40 минут до игры. Я поставил, конечно, чуть больше, и теперь вернулся, то есть к записи. И вы видите, что туман прям, я не знаю, нереальный туман. Чтобы тут найти кого-то, надо будет хорошенько постараться разглядеть его. И там реально ничего не видно. Конечно, очень прикольно, но все же какая-нибудь перестрелка, и тут нереально все будет разглядеть. Так, стекло. И все, я больше ничего, в принципе, не буду искать. Для моей ласточки, в принципе, этого хватает. Блин, добрый пожарник. Калашик появился. Какой-то У. Все, 4 У. Тут у нас УЗИшка. Здесь хоть оружие появляться начало. Подствольный дым, баночки. Снаряжение. G17, два бинта. А здесь у нас медикаменты. Так, давайте зайдем туда еще в полицейский участок. И все, в принципе, бежим до машины. Чиним ее до конца уже. И едем. Тут 40 человек и туман. Нет, у меня есть... Что-то, короче, они о своем разговаривают. Зомби не появились. Так, вот что-то красная цепочка появилась. Как бы обрыва не было. Дым гранаты две, стандартный звук, армейский фонарик. Так, вот тут был. А тут банки. Тут тоже ничего нету. Все, в принципе, я побежал до магазина. Прям уж надо восстановить мне крови, потому что я так играть не могу. И жаль, что кровь мне нельзя перелить с пакета. Конечно, там вон машинка субмарина стоит. Даже без колес. Ну, будем знать, что здесь есть машина, и ее, в принципе, здесь очень легко восстановить. Завод рядом, в принципе, колеса... Блин, бывает. Как мне бесит этот колокольня. Конкретно ничего не видно. Но это все равно все же прикольный. До магазина быстро все там съедать и валить оттуда. Еще одни мишки, теперь уже синенькие.
открыть. Да, тоже 16 фунтов. И я вижу черски. Открыть пропасти. Ну, что за фигня? Да, открыть на 24 фунта. Все, быстренько перекидаем сейчас. Отлично. И взять. Во. Теперь мне хоть побольше места будет вмещаться. Ну, что ты, блин, в этой провозе. Только ноги не ломай. А туман исчез. Так, сразу раз и исчез. Это вот фигово. Я тут в магазине лазил. Газировочку забрать одну и погнали отсюда. А, тракторышку вижу. И он там должен быть вертолет, но его там уже нету. Все. А, я сейчас чиню Волгу и отправляемся на другой остров. Прям горю желанием посмотреть на другие острова. А, время нас позволяет. 6 минут только начинаем нашу запись. И за 45 минут мы успеем все записать. А теперь я видео буду записывать по 50 минут. Так что будет намного, ну, чуть больше, чем я раньше записывал, на 5 минут больше. По 45 записывал, сейчас по 50. Ну, конечно, будет закачка видео очень, ну, подольше, но и чуть-чуть подольше буду играть. Ну, как-то было 45 минут, я не успевал просто посмотреть, сколько чего, как загрузилось, или, ну, то есть видео, но не видео, когда оно там было. Так, ну, сейчас у меня уже 4 часа утра, нормально. Так. Так. Чик. Раз. И два. Вот такая вот Волга у нас получилась, красивенькая, изумительная. Погнали. Вот это все.